Короче, на самом деле, правда, я что-то сначала не стал, мне сейчас он скидывает, короче, то, что на полигоне боеприпасы взорвались, 30 человек, говорит, сразу разорвало, умерло, 70 человек, говорит, пострадавших, МЧС, там, туда-сюда, всех, короче, туда дернули, и сейчас выехал на трассу, реально, короче, смотри, там вообще мощно взорвалось, я говорю, я во дворе был, думал, блин, что такое, блин, короче, этот, и товарищ работает как раз, ну, там, вот, говорит, тоже вот дернули, говорит, сейчас туда поеду.